Короче, всем привет! Я модный профессиональный фотограф и занимаюсь стильной гламурной свадебной фотографией. Сегодня я вам расскажу несколько примеров, как можно из говна сделать конфетку. Итак, смотрим. У нас веселая команда, и ты еще не видел наше видео. Приглашай нас на свою свадьбу, и ты запомнишь ее на всю жизнь. Вот так.